Василич, да. Расскажи, что тебя терзает. Да что меня может терзать, Антошенька? Всю жизнь работаешь, чтобы заработать денег, рвешь жопу, а потом на эти деньги зашиваешь себе жопу. Бесконечный цикл какой-то получается. Ваша машина? Да нет, это наша. А, ну так, в общем, смотрите, ей надо поменять прокладку. Дорогой, тебя разводит. Я уже сегодня прокладку с утра меняла. На дороге пробео, кругом козлео и пидорео. Я не понял, а ты что без рубашки? А я хочу, чтобы все видели, откуда у меня руки растут. Так штаны надо было снять, а не рубашку. Вот я помню раньше, пачка презервативов была 12 штук. А сейчас сделали 10. Скажите мне, пожалуйста, что мне делать в ноябре и в декабре, а? Здравствуйте, ну здравствуйте. Что там с моей машинкой? Уже третьи сутки у вас стоит. Слушайте, в общем, смотрите, искры нет, но вы держитесь. Василий, да. Задачу хочешь? Давай не томи уже, а? Что случилось? Смотри, 0,5 плюс 1/2, сколько будет? Вот нутром чую, Антоха, что будет литр, но доказать не могу. Математику не пропьешь. Здравствуйте. Слушайте, у меня такая проблема, и у меня пимпочки стерлись на машине. Вот, поменяйте мне вот эти вот пимпочки, вот, а то они совсем уже стерлись. Так это не пимпочки, это шипы. Шипы вообще-то у Розы, а это пимпочки. Вот тена, а! Илюшенька! Я был просто счастлив вчера увидеть тебя трезвым, а сегодня ты нажрался опять, а? Игорь Васильевич, вчера вы были счастливы, а сегодня я. А можете, пожалуйста, посмотреть? У меня на приборке значок загорелся, какой-то не могу расшифровать его. Что за ошибка? Давай, посмотри. Вот, смотрите, сейчас покажу. Чем у вас тут в машине так воняет, а? Нет, здрасте, чем воняет? 164 лошади, табун коней в этом машине под капотом. Конечно, будет вонять. Маш, да. Возьми заказ на ряд, отнеси, пожалуйста, мастерам в этот в сервис. Игорь Васильевич, не-не-не-не-не, я туда. Не пойду. Почему? Они там матерятся, я не могу это слушать. Маш, они не матерятся, они заклинания читают. А-а-а. Знаете, какая самая тяжелая форма депрессии? Нежелание бухать.